одно из моих любимых мест в Москве. Это джакузи. Оно открылось не так давно, в прошлом году, лишь на сезон. Я думаю, из названия понятно, что смысл этого места. Позиционируется как кинотеатр, кальянная, бар. И все это джакузи. Честно говоря, это была любовь с первого взгляда, потому что сейчас только второй раз, когда я туда иду. Вот. Сегодня там приятные акции. Находится в центре Москвы, на Красносельской. Хотя райончик такой необычный для центра, наверное. Но так как мы идем уже второй раз, мы уже знаем, куда идти. Ориентируемся на Барвиха Лаунж и Гастроферма. Надеюсь, в этот раз лифт будет работать, потому что нам на самую крышу. Поднимаемся на 6-й этаж. Здесь бар Барвиха. И здесь дверка. Мы выходим на лестничную клетку, поднимаемся наверх. Да-да-да. У меня это получилось даже не со второго раза. И в прошлый раз лифт не работал, и нам вот по этой страшной лестнице пришлось подниматься прямо до самой крыши. В этот раз, конечно, полегче. Нас сейчас не встречают, но я думаю, скоро к нам подойдут. Пока что довольно-таки безлюдно. Время 9. В стоимость билета входят тапочки и полотешки. Хорошее настроение надо приносить с собой. Есть раздевалки, где можно переодеться, шкафчики. Кстати, нам, по-моему, не дали... А, ключики здесь уже есть, да. Вот. Уже второй раз как подскользнулась. В общем, вот мы уже в джакузичке. И когда будет темно, тут еще включается подсветка. И прям вообще шикарно. Да. И пока что мы единственные. Прям в джакузи, я про это. Там вот еще на крыше туса. Вот. И несмотря на прекрасное московское лето, сегодня сколько? Плюс 18 где-то было, или плюс 17. Здесь у нас плюс 40. Жара. Пока что вот такая вот вкусня. Мы уже не одни. Чин-чин. Пузырики почему-то у нас выключились. Начинается киношка. Сейчас показывают 3 сеанса. Я думаю, мы останемся только на один. Да, конечно, только на один. Да. Ну, как бы, мы ответственные рабочие. Да, за рабочие. Рабочие, мы ответственные рабочие. Обожаю ночную Москву. Надо торопиться. Еще немного, и это отыщет нас. И на такой веселой ноте мы покидаем это заведение. Очень-очень рекомендую. В ожидании лифта. И кто бы сказал, что сегодня просто среда.